В мэрии заканчивался обычный рабочий день. Вот письмо. Маш, прямо с утра. Вадим Андреевич Ардов, 48 лет, руководитель отдела в мэрии, не женат. Наберете, подредактируйте и отправляем. Хорошо. Алло, приемная Ардова? Нет, еще не ушел. Из поликлиники. Мария Давыдова, 34 года, секретарь Вадима Андреевича, не замужем. Слушаю. Привет, дружище. Это Хитров. Зайди ко мне завтра. Нет, завтра я не могу, Сень. Дело серьезное. Опухоль у тебя, Андреич. Предстательная железа. Резать надо. К 8 ко мне, никаких отговорок. Бред какой-то. Слушай, ты уверен? У меня же ничего не болит. Давай, до завтра. Что-то случилось? Нет, ничего. Слова старого друга-хирурга ничего прозвучали для Вадима Андреевича как приговор. Ему показалось, что жизнь для него остановилась. Я еще крепкий мужик. Думал, до старости и немощи далеко. А нет, настигла. Хорошо, еще на ранней стадии обнаружили, но все равно ведь операция. Но как бы вы ни боялись операции, если она неизбежна, то можно настроиться только на выздоровление. Ведь от настроя очень многое зависит. Да я не столько об операции тревожусь, сколько о последствиях. В последнее время такие мысли стали в голову приходить. Сказать стыдно. Всегда считал это философской и старческой мутью. Что, задумались о смысле жизни? Ну, вроде того. Скорее, об одиночестве. До пенсии рукой подать, а я главного-то не сделал в жизни. Семьи нет и не было. Детей тоже нет. Кому я буду нужен? Что же вы себя хороните? Для многих мужчин и 70 лет не возраст. А здесь все зависит только от вас, от того, чего вы хотите в жизни. Вы знаете, Борис Ефимович, вот мне было тяжело решиться на этот разговор. Я не люблю признаваться в собственной слабости. А поговорил с вами, и вроде легче стало. Ну, первый шаг вы уже сделали. Цель определили. Ну, а как идти к своей цели, я думаю, вы не хуже меня знаете. Вадим Андреевич готовился временно передать дела заместителю. Вот от губернатора прислали. Положи в этот ящик. Пусть зам разбирает. А вы опять в круиз? Ага. По больничным койкам. Ну как же так? А может быть, вам помощь нужна? Ну там, в больнице. У тебя свой круг обязанностей. Ты нужна здесь. И запоминай, в этом ящике всякая мелочь, в том все неотложное. Всю неделю перед операцией Вадим Андреевич пребывал в дурном настроении. Кто там? Свои! Здрасте. Ой, устала смертельно. Целый день в дороге, просто ужасно. Простите, а вы кто? Ой, а вы что, меня не узнали? Ирина Маслова, 45 лет, дальняя родственница Вадима Андреевича, разведена. А мы знакомы? Да мы же дальние родственники. Я же Ира Маслова из Дивногорска. Я же вам звонила недавно. Ну, вспомнили? Ах, Ира. Ну, я же объяснил вам по телефону, что мне сейчас не до гостей. А я не в гости. Я ж по делам. Остановиться негде. В гостиницу дорого можно у вас, а? Понимаете, я ложусь на операцию. А будет кому за квартирой присмотреть? И за вами. А? Ладно. Оставайтесь, коль приехали. Операция прошла без осложнений, и Вадима Андреевича вскоре выписали из больницы. Ирина оказалась отличной сиделкой, и он уже с трудом представлял себе, как бы обходился без ее помощи. Спустя некоторое время Вадим Андреевич стал чувствовать себя значительно лучше и даже начал самостоятельно выходить на улицу. Здравствуйте, уделите, пожалуйста, 5 минут. Ваши товары меня не интересуют, а в соцопросах я не участвую. Нет, ну подождите, неужели вам все равно? Что все равно? Что наш детский сад хотят снести и построить на его месте гаражный комплекс. Светлана Юрченко, 24 года, няня в детском саду, не замужем. Нет, у нас садик, конечно, древний, и детей мы мало принимаем, но все равно нельзя же так поступать. Гаражи сейчас нужны, а в соседнем дворе строят новый детский сад. Ну, когда бы построили, тогда бы сносили. Ладно, сердца у вас нет. Ладно, давай подпишу. А ты кто? Детсадовская фея? Нет, я нянечка, там работаю. Ну, пойдем. Покажешь свой детский сад. По дороге Светлана рассказывала о себе и о своей работе. А вот, кстати, наш садик. Да, представляете, у нас недавно тут белье пропало, постельное. И, представляете, завхозик решил на меня все свалить. Но, с другой стороны, на кого еще валить? Я же детдомовская. Ну, это же не повод, чтобы обвинять человека. Тебе помощь нужна? Нет, да нет. Сама разберусь. А то еще хуже будет, вообще выгонят. Подумаешь, не такая уж ценная работа. Получаешь, небось, копейки. Да нет, дело не в работе, просто я тут живу, ну, в бывшей кладовке. Тебе что, жить негде? Это, получается, не садик, а тебя спасать надо. Да нет, надо садик выручать. А то знаете, как получится? Просто пока тут достроят, детей раскидают по району. А представляете, какой это стресс для малышей будет? Вот. Ничего. Что-нибудь придумаем. Пойдемте внутрь. Вадим Андреевич теперь часто думал о Светлане и о судьбе детского сада. Он даже задействовал свои связи. Угу. Ну, как там решился вопрос с детским садом? Ага, ясно. Ну, я перезвоню. Вадик, молоко будешь? А виски нет. Что, проблемы? Да с этим садиком черт ногу сломит. Какие-то крутые парни взялись, не отобьешься. Требует места прямо сейчас. Что ты этим садом так... озаботился. Из-за девчонки это, из-за Светы. Ходит по квартирам, подписи собирает. Видела вас несколько раз вместе. При чем тут Света? Сад важнее, чем гаражи. Ну-ну. Только смотри, девочка эта, судя по всему, очень непростая. Видишь, как тебе быстро подход нашла. Ира. Не лезь в мои дела. Я же не спрашиваю, почему ты свои вопросы решаешь так долго. Ну, знаешь, сам же просил задержаться. А завтрак? Неохота. На следующий день к Вадиму Андреевичу зашла его секретарь Мария. Всего день не протирала, а такая пылища. Ну что, как там работа без меня? Да плохо. Вместо вас назначили молодого карьериста, он запугал весь отдел. Некоторые уволились, а остальные сидят без премий. Ничего, потерпите немножко. Врачи обещают через неделю выпустить. Да видите, в чем дело, Вадим Андреевич. Он у нас товарищ непростой. Говорят, родственник кого-то наверху. Ходят слухи, что сел в кресло прочно. Чушь какая-то. Неужели я подарю свой отдел какому-то выскочке? Вадим, Вадим, ну тебе нельзя так волноваться. Явились тут со своими фруктами, как будто нам в доме есть нечего. Да я только предупредить хотела. Ну видите же, что нельзя ему нервничать. Крупный чиновник Вадим Андреевич узнал о том, что болен и нуждается в операции. Ему вызвалась помочь восстановиться после операции дальняя родственница Ирина. Операция прошла успешно, а Ирина оказалась хорошей сиделкой. Вскоре Вадим Андреевич встал на ноги. Однажды он познакомился со Светланой и решил помочь ей отстоять детсад, который собирались сносить. Как-то Мария, секретарь Вадима Андреевича, сообщила ему, что на его должность назначили молодого управленца. После визита Марии Вадим Андреевич решил выяснить истинную ситуацию на службе. Михаил Иванович, может быть, ты расскажешь старому другу, что там происходит? Ах, вот как! Ну а мне ты что прикажешь делать? Кем-кем? Ты что, издеваешься, что ли? Звал? Нет, звонил. Представляешь, они действительно отдали мое место. И дадут доработать до пенсии. Ну, не волнуйся. Утро вечера мудренее, что-нибудь придумаешь. Что-нибудь? Они предложили мне стать замом моего зама. Нашли мальчишку. У меня новая проблема. На работе подсидели. Место мне не вернут. Да, конечно, неприятно, когда такое происходит. Но ведь работать можно не только в мэрии. Вы, кстати, по специальности кто? Учитель. А при чем здесь это? Да при том, что без работы не останетесь. В школе всегда учителей не хватает. Ну, это другой уровень. И притом придется квалификацию подтверждать. А в мои годы... Не место красит человека, а вы на любой должности всегда реализуете себя. Я работы не боюсь, а вот без работы как-то не по себе, тоскливо. Вы считаете, что тоска именно от этого? Нет. Одиночество. Вот что меня больше всего мучает. Но вы же сейчас не один. У вас же Ирина живет, она ухаживает за вами, старается. Старается. Даже слишком. Но она скоро уезжает. У меня появилась новая знакомая. Ей требуется помощь и жилье. Я вот думаю взять ее в дом. А давно ее знаете? Пару недель. А как вы с ней познакомились? А судьба свела на лестничной площадке. Раз судьба свела, торопиться не стоит. Ведь от судьбы все равно не уйдешь. Не торопитесь. По сути, ведь вы ее совсем не знаете. Не мальчик. Спешить не буду. Но и ждать долго не могу. Время-то идет. И все же не торопитесь. Слова Бориса Ефимовича убедили Вадима Андреевича. Он решил уйти из мэрии. Здравствуйте, Машенька. Вадим Андреевич, вы вернулись? Не совсем. Передай это новому начальнику. А что это? Заявление об уходе. Как же так? Ведь я без вас не могу. Мы прекрасно работали вместе. Но теперь все изменилось. Ты отличный работник. Да я не только отличный работник, я же для вас… Спасибо тебе. Но остаться я не могу. Прощай. Ну тогда заберите меня с собой. Да некуда забирать. Я теперь безработный. На следующий день, устав от назойливой заботливости Ирины, Вадим Андреевич решил прогуляться. Ну, ты держи меня в курсе. Угу. Свет! А ты почему не на работе? Накрылась моя работа. Жилье тоже. Вот нарезаю тут круги. Идти-то некуда. Пойдем. Я знаю одно место. Вадим Андреевич решил сделать в жизни что-то стоящее и помочь человеку в безвыходной ситуации. Вадик! Здравствуйте. Здравствуйте. Ира, это Света. Та самая. Она у нас поживет некоторое время. Ты помоги ей. Покажи, что там, где. Не было печали. Что? Ничего. Ладно, пойдемте. Покажу. Вадим Андреевич простудился. Ирина и Светлана наперебой ухаживали за ним. Вот. А у нас в детдоме всегда так лечились. Чаек, лимончик. Вот. Но организм дальше сам все сделает. Что бы я без тебя делал? Пили бы бульон литрами. Вот, Вадим, поешь. С чаю сил не наберешься. Подкрепить бульончиком, прими лекарства. Вот так теплее будет, да? Давайте пейте. Этот продукт натуральный, не то что всякая химия. Там. Ну что ты делаешь? При температуре нельзя кутать. Стоп! Девушки, мне уже гораздо лучше. Вы меня что, залечить хотите? Прошло несколько дней. Вадиму Андреевичу стало лучше. Зато атмосфера в доме заметно накалилась. Столица Новой Гвинеи. Ирина, пляшите. Вот еще. А вот ваша газета экономическая. Город за Уралом. Абакан. Потрясно выглядите. Это от сына. Женился все-таки дурачок. Воспользовался моментом, что меня нет. Еще и скоро бабушкой стану. Да, жалко, конечно, что вы от нас уедете, но с другой стороны, забота о внуке, это же так прекрасно. А я никуда не уезжаю. Я нужна Вадиму. Ну, а я на что? Девочки, не ссорьтесь. Вадим Андреевич, ой, извините, вы же еще ничего не знаете, да? Ну, не тараторь только. В общем, вчера было собрание с мерзкими чиновниками. Они решили, что сад снова открывают, и все работники возвращаются на свои места. Это же вы все устроили, да? Ну, это не важно. Ну, с садом мы разобрались. Теперь надо тебя в институт пристроить. Просто волшебник. Спасибо. Пожалуйста. Вадиму Андреевичу была приятна искренняя радость Светланы. Девушка все больше ему нравилась. Вадим Андреевич! Добрый день, Вадим Андреевич. Машенька, что вы здесь делаете? Я вам расчетные деньги принесла и ведомость подписать. Только у меня ручки нет. Вот что, поднимемся ко мне. Ирочка как раз пирожков напекла. Ну, хорошо. В общем, привыкли мы к новому начальнику, и он к нам больше не цепляется. Но зато такая тоска теперь на работе. Ну, это ничего, ничего. Ведь на работе свет клином не сошелся. Ты же женщина молодая. Вадим Андреевич. Что-то? Что? Почему на меня завхозиха опять наехала? Да? В общем, я ей рассказала все, что я не думаю. Мне пришлось уйти с работы. Ну, это ничего. Тебе же все равно в вуз поступать. Все к лучшему. Вы меня прогоните? Прогоню. В ванную мыть руки. А потом возвращайся к нам за стол пить чай. Я тебя с Машей познакомлю. Маш! Вадим Андреевич возвращался с деловой встречи. Ему предложили поработать методистом в институте. Твоя детдомовка нас обворовала. Не может быть. Ну, убиралась у нее в комнате, случайно сумку уронила. Из нее ложки выпали. Ну, те самые серебряные, которые неделю найти не могу. Вот она, красавица, воровка. Ты зачем ложки стырила? Сама ты воровка. Я эти ложки в глаза не видела, а ты, небось, мне их и подсунула. Ах ты дрянь подзаборная, ты как смеешь? Да пошла ты. А ну, остыньте. Ну, он-ка сама пошла. Ну и пойду. Крупный чиновник Вадим Андреевич узнал о том, что болен и нуждается в операции. Операция прошла успешно. А дальняя родственница Ирина оказалась хорошей сиделкой. Вскоре Вадим Андреевич встал на ноги. Однажды он познакомился со Светланой и решил помочь ей отстоять детсад, который собирались сносить. Вскоре он узнал, что остался без работы. В то же время его отношения со Светланой переросли в симпатию. Это заметила Ирина и стала убеждать его не доверять этой хитрой выскочке. Остановись. Нет. Отпустите. Да прекрати ты истерику. Я все равно уйду, я всем только мешаю. Правильно, не белье, так ложки. Знаете, повод всегда найдется. Она же специально все это устроила, но вы же ей поверите, правильно, а не мне. Успокойся. Я тебе верю. Я тебя никуда не отпущу. Знаете, я в детдоме всякого натерпелась, но это ваша. Хуже детдомовских. Я поговорю с Ириной. Она тебя больше не обидит. Правда? Да. Запутался я. Только все наладилось с работы, так подвели дела домашние. Света сейчас живет у меня. Так Ирина ей проходу не дает. Все время цепляется, та грызается. Покоя дома не стало. Ну, вполне естественная ситуация. Две женщины и мужчина под одной крышей. Они ревнуют вас и не могут поделить. Если поначалу меня это забавляло, то теперь порядком надоело. Ну, Вадим Андреевич, вы же умный человек. Вы должны понимать, что в этой ситуации, пока вы не определились, ничего не изменится. Я уже решил попросить Ирину уйти. Но, боюсь, оставшись со Светой, я не смогу сдерживать свои чувства. Вадим Андреевич, а зачем вам сдерживать свои чувства? А если, наоборот, проявлять свои чувства? Как? Мне 48 лет. Ей 24. Шансов никаких. Вот этот вопрос попробуйте задать Светлане, и все. Попробуй. Вадим Андреевич задумался над словами Бориса Ефимовича. Он решил, что Ирине так, пора уехать. Собирай-ка ты свои шмотки и быстренько беги отсюда, пока Вадим не вернулся. А я, так и быть, скандал поднимать не буду. Я что, дура? Ты так и не поняла, Вадим мне... Да я ему покажу твои запасы! Да, ну и покажи. А я скажу, что это ты мне все подкинула. Поплачу у него на плечики. А лучше вообще. Дам себя утешить по-настоящему. И что? И то! Слушай, ты считаешь, что ты можешь со мной тягаться? Я тебя сразу пресекла, приперла сюда из глубинки. И сразу на квартиру нацелилась. Да Вадим мне должен за мои заботы. Старая мымра. Его на свежачок тянет. Ничего, разок попробует другой, квартирку мне оставит. Да ты же его по миру пустишь. Знаешь, а за удовольствие платить нужно. Не очень-то приятно со стариком в постель ложиться. Все. Хватит. Надоели. Собирайте вещи и убирайтесь отсюда. Обе! Вадик, ты все слышал, да? Ну, может, оно и к лучшему, и хороший ты мужик, Вадик. Только все за семью зайцами гоняешься. Но я просто так отсюда не уйду. Может, тебе дать чего-нибудь? Для ускорения. Очень грубо. Можно просто заплатить. Можно не заплатить. Я не собираю вещи. Ну, а ты? Расселась. Собирай манатки. Вадим Андреевич, вы что, поверили? Я же сразу вас в дверях увидела. Я это специально все устроила, чтобы ее на чистую воду вывести. Ты права. Сразу не понял. Зато теперь дошло. Ты надо мной издевалась. А я как идиот слюни распустил. Да уж, идиот. Мог бы иметь такую, как я. А то, что за это платить надо, так это ежу, понятно. Буду я за даром старика обслуживать, ага. Давай только без хамства. Чао, дедуля. Вадим Андреевич бесцельно бродил по улицам и размышлял о своем безысходном одиночестве. Алло? Вадим Андреевич, это Мария. Не забыли меня? Глупости, как я мог тебя забыть? А я вам зарплату тогда так и не отдала. И отлично. Я сам зайду за ней. Прямо сейчас. Угу. Вадим Андреевич, как вы быстро. У вас все в порядке? Теперь да. Нашел работу. Да и со здоровьем оказалось не так страшно, как я думал. Не думала, что вы чего-нибудь боитесь. Вот, подпишите. Еще как. Теперь я, например, боюсь твоего отказа. Какого отказа? Вы мне пока ничего не предлагали. А мне предложили возглавить методическое управление в ВУЗе. Пойдешь со мной? Пойду. Мария и Вадим Андреевич уже неделю снова работали вместе. Он предложил ей отметить это событие. Да, я вижу. У вас салфетки-то есть? Да, да, есть. Ира покупала, а Света из сада приносила. Нашел. Вам, наверное, их не хватает. Кого? Иры и Светы? Мне не хватает близкого человека. Каким же я был дураком. Ты знаешь, мне кажется, хорошо, что это приключилось со мной. Это болезнь, увольнение. Как будто все ненастоящее ушло из моей жизни вместе с этой болезнью. Подожди, не перебивай меня. Еще я понял, что ближе тебя у меня никого нет. Потому что ты относилась ко мне особенно. А я думал, что такая яркая женщина, как ты, не для меня. Но сейчас я прошу. О чем? Останься со мной. Навсегда. Я думала, ты никогда меня не попросишь об этом. Одиноким мужчинам в зрелом возрасте всегда трудно найти себе пару. И образ жизни сложился, и слишком много сомнений в себе, в своих силах. А особенно трудно это тогда, когда мужчина еще и теряет руководящую работу. Именно в таких обстоятельствах и оказался герой нашей истории Вадим Андреевич. Но, как ни странно, все, что случилось с ним, и помогло ему найти близкого человека Марию, которую он, будучи сильным и здоровым, не замечал. И лишь оказавшись в сложной ситуации, он увидел, что верный и преданный ему человек всегда был рядом и готов был протянуть ему руку помощи.